Одна из клиник стоматологии «Полимедикор» – это ортодонтический центр, где ведут прием сотрудники кафедр университета Мечникова и Первого медицинского университета имени академика Павлова. В нашем арсенале есть вся самая современная ортодонтическая аппаратура. Это брекет-системы, съемные ортодонтические аппараты, а также технологии, позволяющие исправлять аномалии прикуса без брекетов – капа и инвизилайн. Мы используем ортодонтическую аппаратуру, которая бережно за счет слабых сил оказывает воздействие на перемещение зубов в необходимом направлении. В ортодонтическом центре «Полимедикор» мы занимаемся диагностикой и лечением височно-нижнечелюстного сустава. Для пациентов, которым необходима максимальная эстетика, мы рады предложить лингвальные брекет-системы, а также ортодонтические индивидуальные капы. В России это сравнительно молодые методы лечения прикуса, но уже заслужившие мировую славу и уважение. Перед началом ортодонтического лечения каждый пациент проходит специальную диагностику, которая включает ряд рентгеновских снимков, а также получение оттисков челюстей. При необходимости мы проводим компьютерное моделирование планируемого результата. В настоящее время у нас установлен панорамный рентген-аппарат последнего поколения Kranix-3, на котором выполняются как обзорные снимки в различных проекциях, так и компьютерная томография. Мы с радостью ждем детей даже самого маленького возраста, для которых у нас есть разнообразные профилактические аппараты, позволяющие предотвратить развитие неправильного прикуса. А у подростков мы добиваемся отличного результата применением брекет-системы. Стоматологические клиники «Полимедикор» в этом году отмечают 20 лет успешной работы. За это время мы накопили огромную базу постоянных пациентов – более 20 тысяч человек – и заслужили доверие у многих жителей нашего города. Успех начинается с ровных, красивых, здоровых зубов. Приходите за здоровьем в «Полимедикор».